Власти Лондона пытаются защитить работы анонимного художника Бэнкси. Руководство столичного зоопарка приняло решение демонтировать ворота, на которых художник изобразил гориллу. Эта работа стала последней из 9 в его новой серии о животных. Кроме того, в надежное место в Гилдхолл-ярде перенесли телефонную будку с пираньями. Там граффити будет обеспечена надлежащая защита и возможность безопасного доступа публики. Билборд с нанесенным на него изображением кота также демонтировали в день его появления из-за угрозы вандализма. Творения Бэнкси ежедневно появлялись в разных местах города, начиная с 5 августа. Первым в Лондоне нашли силуэт козла, затем изображение слонов, носорога, обезьян, волка, пеликанов, кота и рыб. Картины художника обычно оцениваются в миллионы долларов.